Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект Рок-энциклопедия от A до Z. И сегодня мы узнаем о группе Scorpion. Когда Локомотив ГТ начали менять курс и уходить от раннего тяжелого звука, Карай Фрейнрейс, не поладивший по этому поводу с Габбаром Прессером, отбыл сколачивать собственную группу. Сначала он хотел сделать команду по образцу Emerson, Lake & Palmer и пригласил в компанию только клавишника с классическим образованием Дюлу Поппа да экс-барабанщика Хунгария Габбара Фекете. Однако, по зрелым размышлениям, Карай, который сам отвечал за вокал, бас и саксофон, решил приплюсовать к составу гитариста. И таким образом в коллективе появился еще один выходец из Хунгария – Габар Онтолсюч. Все музыканты обладали недюжинным талантом, а кроме того, Скорпио имели и хорошую материальную базу. В их арсенале числились орган Хаммонд, мелатрон Хонер, синтезатор Роланд, гитары Fender Precision Bass и Gibson Les Paul, барабаны Людвиг и тарелки Пайсти. Первый же Скорпионий альбом стал великолепным образцом венгерского семидесятнического рока. Открывал Ороханаш одноименный хардовый трек, после чего команда плавно смещалась в прогрессив и, изрядно помудрив в композиции «Фантазия», возвращалась к жесткому звуку на «Машке в Добогно». Вторая сторона начиналась с относительно легковесной «Иксольт Хозам Одейдапам», но именно эта песня более всего запомнилась слушателям и вошла в классический репертуар группы. Кроме того, на бисайде находились прок-фолковая вещица Эшти Инек и два увесистых медляка, из которых наибольшее внимание обращал на себя Керешем Керешем. Пластинка разошлась огромным для Венгрии тиражом в несколько сот тысяч копий, а Скорпио получили возможность выезжать с концертами не только в Западную Европу, но также в США и Канаду. После гастрольных вояжей и появления в ряде теле- и радиопередач коллектив вернулся к студийной работе и в 1976-м выпустил новый виниловый гигант «Уннепноп». Если вторая сторона пластинки продолжала прок-хардовую направленность «Ороханаш», то музыка первой стороны местами походила на творчество только-только зарождающихся «Супермакс». В 1976-м Фекете эмигрировал в Англию, а его место занял Габбар Нимет из «Апоштол». Саунд третьего альбома относительно предшественника помягчел, а кое-где на Кейфел команду стало заносить в Сантана подобный фьюжн. Несмотря на эти изменения, Скорпио все еще были одними из лидеров венгерского рок-экспорта. Они провели крупный евротур, в котором играли с Юрая Хип и Бумтаун Рэдс, и выпустили для западного рынка пластинку «Дзаран» с англоязычными версиями своих песен. К сожалению, уже на следующем номерном альбоме коллектив скатился до уровня Виа, и после невзрачного Дере Велем оригинальный состав распался. Поп, Сюч и Нимет ушли создавать недолговечную формацию Динамит, а Фрейнрейс собрал новую версию группы под именем Уй Скорпио, то есть новый Скорпион с гитаристом Тибором Татрой и барабанщиком Томашем Поппом. Вернувшись к более тяжелому звуку, команда Карая выпустила пару альбомов, после чего Татрай перебрался в Хобо Блюз Бенд, причем его отставка совпала с выходом сборника Арони Ольбум. Гитарная вакансия досталась возвратившемуся Сючу, а вместе с ним в штате появился клавишник Гиза Пальвельди. Синтезаторы Гиза задавали тон на альбоме 1985 года, из-за чего Скорпио иногда оказывались больше похожи не на ранних самих себя, а на каких-нибудь Юритмикс. Пластинка «Оста Селемар Ос Эгиш Варош» осталась без особого внимания публики, и команда скрылась из виду на длительное время. В 1993 году группа отметила 20-летний юбилей, и помимо еще одного сборника подготовила новый альбом «Шоу Меттовап». К сожалению, камбэк-программа оказалась слабенькой, и Скорпио перестали предпринимать попытки записать свежий материал, хотя время от времени выступали живьем. К
Кстати, название альбому 1993 года, которое переводится как «Шоу продолжается», было дано под впечатлением от смерти Фредди Меркьюри и его прощального завета «Show must go on».